Мы говорим, а стоит туда вообще в эту Русью идти, что там делать? Он говорит, ну вы что, это же закрытая территория, у вас есть возможность по карточкам туда пройти. Мы такие скептически, да? Ну ладно. Всем доброе утро. У нас уже утро сегодня наступает. Аквапарк еще не работает, зато работает ресторан. И мы сейчас идем завтракать. Хочу сказать, почему мы поселились здесь, в этом отеле, если вот у кого-то какие-то вопросы. Потому что здесь была хорошая стоимость номера. 4500. Нас это устроило. Номер хороший, есть аквапарк, есть где покупаться. И было желание сходить в Ливадийский дворец, но мы не успели, потому что мы вчера поехали на теплоходе, «Ласточкино гнездо». В общем, там погуляли, и, ну, невозможно успеть, все успеть. Сейчас мы идем вместе с вами завтракать. А вот таким образом выглядит наш номер сейчас, когда все вещи разбросаны. Ну, собственно говоря, мы чемоданы практически не разбираем никогда. То есть там все лежит, то только самое необходимое, что тебе нужно взять. Поэтому надо не мучиться вещи. Да, у меня вот платье, смотрите, оно все мятое. Ну вот что с ним делать? Хорошо, что ты сказала в камеру по поводу чая. Чай вчера в номер взяли, принесли сами. Вообще хочу сказать, что этот отель такой средненький на 1-2 дня. Допустим, мы сюда поехали по стоимости 4500 сутки на двоих, без питания, без всего, без завтраков. То есть все за дополнительные деньги. А с сегодняшнего дня он начинает, в общем, стоимость сегодня 7100 с 1 июня. То есть начинается июнь месяц, лето и 7100. То есть за 7100 я бы сюда ни за что не поехала. Почему? Потому что, собственно говоря, ничего нет. То есть есть аквапарк. Чисто покупаться в аквапарке. Море далековато, через территорию другого отеля, санатория. Пляж санатория, мы сегодня, может быть, с вами сейчас, если успеем, туда прогуляемся. И выйти здесь куда-то в город далеко, то есть как-то особо так не нагуляешься. Поэтому на 1-2 дня чисто вот ради аквапарка, если кто-то любит аквапарки, покупаться, покататься с горок. Знаете, что меня восхищает здесь, в Крыму, вообще, в целом? Пение птиц. Где бы мы ни были, в любом месте, частный сектор, интурист, здесь каждое утро и ночь поют птицы. Слышите? Здесь, видите, все в таком античном стиле сделано. Ну, знаете как, вот этот камень, конечно, хотелось бы больше растительности. Она здесь тоже есть. Вот так вот. Ну, это задумка такая. Задумка отеля. Необычно. Так, а вот он, ресторан. Кофеек, чаек. Несколько видов варенья. Напитки. А что есть-то хоть вообще поесть? Это у нас запеканка и блинчики. Это хорошо, это радует. А куда ты села, Оксана? Оксана кашку сестра берет. А можно на улице покушать? Пойдем на улице покушать. Да? А где-то на улице есть сидеть? А вон столики прям на улице. Ну как хочешь. Пойдем на улице. Капустка здесь, кашка. Так. Все необходимое для завтрака здесь есть. А мне нравится на улице. Смотри, птички поют. Красота же. А там в помещении. Не знаю, я люблю природу. Просто люблю очень сильно природу. Так, сейчас возьму. Что? Выберем. Сейчас вам все покажу. Слушайте, только мы отвернулись. Хотела я пойти за едой. А там ворона. Она прям быстро села на стол и даже уже опустила свой клюв в кашу. Я только успела обернуться. Слышишь? У тебя ворона хотела кашу твою съесть. Как на улице кушать? Ну, не знаю, я тебя подожду, пока сидеть будем. Больше никто не придет. Итак, вот такой вот завтрак сегодня. Мне на завтрак много не надо. Я очень люблю блинчики. По мне это видно, что я очень люблю выпечку. Не всю выпечку, но блины вот очень люблю. Причем оладьи не люблю, а блины люблю. Яичница. Это Оксанина тарелка.
кофе себе сразу взяла, чтобы не ходить, и чай с лимоном. Причем здесь такие кружечки интересные. Знаете, в Икее одно время такие продавались. Может быть, и сейчас есть. Вот так вот держишь с одним пальцем. Оксана сидела, охраняла, сейчас говорит, я никуда не уйду, говорит, я и знаю. Они, говорит, сейчас назад прилетят. Я говорю, да нет, она далеко вроде ворона улетела. Нет, она обратно прилетела, на ветку села. Вот так вот я люблю кайф, когда на улице. Я очень-очень люблю, когда летом не в помещении ты завтракаешь, а когда ты завтракаешь на улице, под пение птичек, такое умиротворение прям вот ощущаешь. Сейчас позавтракаем и пойдем купаться. Потом, наверное, спустимся к морю и дальше уже будем заселяться в следующий отель. Она так прочувствовалась к вороне, что она попробовала ее кашку, что пошла ее кормить. Потому что она вон, она на дереве сидит, видите? Оп! Умная! Не, умная. Вороны, они очень-очень умные. Опа! Во! Схватила. Я же тебе говорю, она просто ждала, что покушать ей дадут. Прикольная такая, да? Угу. Большая. И она учтивая, смотри, она же ждала, сидела, вот не подлетала так сюда. Ну, знаешь, что получит, как она учтивая. Получит по клюву. Прикольно. Руссия, это санаторный тоже комплекс. И пойдем сейчас посмотрим там пляж. Своего пляжа у отеля нет. А так издалека вот так вот выглядит все это сооружение. Кстати, отель открылся недавно. В общем, нам сказали, что здесь даже, оказывается, есть на территории вот этого санатория. Но смотрите, во-первых, здесь, конечно, какой он зеленый, этот санаторий. Сказали, что есть здесь видовая площадка. Вот здесь видовая площадка обзорная с видом на Ялту. С очень красивым видом на Ялту. А так, конечно, дышится здесь очень легко, что я хочу сказать. Очень много зелени. Здесь даже квакают лягушки, а вот там ротонда, я смотрю. Сейчас хочу к ней подойти. Слышите, лягушки квакают? Как только подошли, и квакать перестали. Здесь удивительный вот такой вот уголок. Это, по-моему, лотосы. Не знаю, красивые очень цветы. Уникальная природа в Крыму. Я и говорю, вот ротонда, все утопает в зелени. Вот это вот, я не знаю, какие-то цветы. Не знаете случайно, не лотосы это? Кувшинки. Кувшинки. А, вот она. Смотрите, скульптурка маленькая. Лягушки. Вот так вот, смотрите, какое здесь уютное местечко под ротундой. И петухи кричат здесь на территории. И павлины нам сказали, где-то здесь есть. И лягушки квакают. О! Сейчас лягушка прямо у меня из-под ног выскочила. Ну, фантастика. Вот надо же, вот создал Бог такую красоту здесь, дал такой климат. Я все время Турцией наслаждалась, и ну, там тоже климат шикарный. Но здесь, знаете, что, по суше, что ли? Ну, может быть, просто жары такой еще нет. Слышите? Петушок, гребешок. Вот он по территории ходит. Он прям, вот он, видите. А здесь котейка охраняет голубей. Голуби такие красивые, белые. С пушистыми хвостами. Мы вчера на набережной видели, зачем-то голубей выкрасили в разные цвета. Еще и говорили, что пищевой краской. Вообще не знаю, зачем так издеваются над птицами. Над птицами, над животными. Зачем? Ну, чушь какая-то, красить голубей. Для чего это нужно? Непонятно. Слушайте, а мы еще на территорию этого санатория не хотели идти. Говорим, ну что мы там увидим на территории этого санатория? А здесь, посмотрите, какая аллея роз. Аллея или большая-большая клумба, можно так назвать. Она просто огромная, представляете, все это утопает
в розах, в зелени. И Оксана, конечно же, ей нужно ее обязательно здесь сфотографировать, запечатлеть. Это такое знаковое место. Я здесь пришла и хочу сказать, мне здесь нравится все больше и больше. Я здесь иду и уже восхищаюсь здесь. Понимаешь, мне вообще такое ощущение, наверное, куда ни посели, мне везде будет нравиться. Да. Мне нравится. Нет, тут единственное, что скажу, Атлантида, да, это только один день. Это накупаться. Ну да, накупаться в аквапарке. Да, чтобы потом не было сил. Нет, ну как вот, а она же, видишь, дает право прохода вот на территории этого санатория. А здесь смотри, как очень здорово погулять. Я просто уже все, беру путевку и буду здесь отдыхать. Ну, отдыхать я не знаю, как здесь. Ты прям сейчас так это всех сагитируешь. Мы же не знаем, какие тут условия. Но по природе, вы видите вот сами сейчас, что. Хочу сказать, что мы показываем природу, и что за санаторий Руси, каждый может зайти на сайт, посмотреть цены. Ну да. Мы не занимаемся рекламой, отзывы почитать, а мы просто вот это показываем. Ну вот все, территория, да, территория, посмотрите, будете дышать здесь, ходить вот этими кипарисами, всей зеленью вот этой. Перейти, тут лифт есть, и на лифте можно спуститься к морю. Вот это здесь какая-то, видимо, центральная аллейка. О, кстати, меня спрашивали, что сколько стоит. Давайте посмотрим на территории отеля, сколько стоит ягода. Ну, это санаторий. Но я просто уже привыкла. Отель. Так, клубничка, смотрите, 140. Это полкило, да? 100? А, килограмм 140? О, ну цены здесь вообще замечательные. 140 килограмм. А в городе 250. А абрикосы? 250. Тоже килограмм? Сегодня уже. И черешня 350. Ну, на обратном пути сейчас, да. Мы не пойдем на пляж с ней вместе. А это абрикосы тоже уже местные, да? Нет, абрикосы не наши. Черешня наша, клубника наша. Черешня. Красота. Очередные красоты. Вот такого количества роз я еще нигде не видела, да? Да еще причем таких пушистых. Это какие-то такие особенные сорта. Да, как настоящие. А как они не настоящие? Ну, он и есть ароматный уголок, посмотрите. Ой. Смотрите, какая прелесть. Огромные-огромные бутоны. И желтые, и розовые. Конечно, наверное, я так думаю, что это санаторий старенький, я так, ну, судя по зданию. Ну, я не читала историю, конечно, можно сейчас зайти в Википедию, посмотреть. Санаторий России. Руси, наверное, называется. Так вот в клумбу я забралась. Прям забралась в клумбу, посмотрите. А нам сейчас уже выезжать. Мы вчера никак не могли из Интуриста выехать, а сегодня мы, наверное, никак не сможем из Атлантиды выехать, потому что попали на территорию такого чудесного парка. Это мы еще до моря не дошли. А на нас вчера девчонки с таким изумлением на ресепшене. Мы говорим, а стоит туда вообще в эту Русью идти, что там делать? Мы говорим, ну вы что, это же закрытая территория, у вас есть возможность по карточкам туда пройти. Мы такие скептически, да? Ну ладно. И, в общем-то, как бы вот не правы. Надо вот все, что советуют, все проверять на своем опыте. Потому что все люди разные, понимаете, один говорит, каша вкусная, другой говорит, невкусная. А чтобы понять, вкусная она или нет, нужно попробовать самому. Находишься в восхищении, тебе все хочется снять. Снять хочется со стороны. Оксана застряла в розах. Посмотрите на ароматный уголок. Действительно, он ароматный. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, крылатые качели найдешь. Пойдемте посмотрим, что это за крылатые качели здесь такие. Здесь только, знаете, как идешь, какие-то такие тропинки. Раз, что-то новенькое. Здесь, конечно, вот есть такие места, где прям вообще супер круто вылизано все. Здесь такое вот, видно, что давно не касалась рука человека. Нет, я посмотреть, здесь качели крылатые. Ну, не крылатые они, но деревянные это точно. Вот она, приближаемся. Приморская беседка, откуда открывается вид на всю Ялту. Мы сейчас с вами отсюда посмотрим на Ялту. Хотя мы
Вчера с Ласточкиного гнезда смотрели. Тоже вид просто фантастический. Вуаля! Ротонда. И вот такой вот шикарный вид открывается на город. Причем мы вчера по берегу пытались пройти, сюда как-то наверх подняться. И вот везде закрытая территория, то есть по берегу мы пройти не смогли. А так фантастика, конечно, посмотрите, еще в легкой дымке. Рядом с морем, на холме, сейчас два невысоких светло-серых здания. Одно из них полукруглое, с окошками в ряд. Рядом с ним, левее, в дворцовом стиле. Это санаторно-оздоровительный комплекс «Русия». Крупнейший оздоровительный комплекс южного берега Крыма с мощной лечебной базой. А раньше он назывался «Санаторий Россия». Все эти санатории расположены на территории Большой Ялты. А этот санаторий окружен живописным парком, который очень необычно называется Чукурлар. Чукурлар с крымско-татарского означает «глубокие ямы». Это первый искусственно созданный ландшафтный парк на территории полуострова. Не знаю, куда вниз, но мы куда-то с вами идем. Опа. Приглашаем вас посетить ресторан на пляже. И туда, и сюда. И смотрим. Вот он, ресторан небольшой, уютный, на пляжике. А вот он сам пляж. Но здесь-то нету. Здесь-то нет, интересно, этих пятен нефтяных, надеюсь. Хоть сегодня, может быть, я скупаюсь. Смотрите, на море купание запрещено. Спасение не гарантируем. Чему это, интересно? Так, вот такой вот здесь пляжик. Наверху кафешка. Попьем там кофеек сейчас, если успеем. Времени очень мало. Так, а там что? Что-то... А, это техническая зона какая-то написана. Вот знаете, что я хочу сказать? Вот кто бы как бы не ругал Крым там за совок, за сервис, за плохой, либо еще за что-то, мне здесь понравилось. Мне здесь реально понравилось. И с удовольствием мы здесь отдыхаем. Понятное дело, что, знаете, когда мало денег, ты экономишь на всем, это один он. Когда ты можешь себе позволить посмотреть Крым с разных сторон, здесь вот это такое место, где нельзя приехать вот, да, и сидеть в одном месте. Нужно посмотреть разные места для того, чтобы сделать свои какие-то выводы об этом полуострове. Потому что реально одно место отличается от другого. И не сидите на месте, если позволяет возможность. Отдыхайте так же, то есть два дня там в одном месте, два дня в другом месте, два дня в третьем. Вам гарантированно столько ощущений много. Так, ну вот таким вот образом здесь пляжик выглядит. Мало здесь, конечно, лежачков, мало зонтиков. Но я не знаю, сколько вмещает в себя санаторий людей. Но вот наверху есть еще, видите, целая... пляжная такая зона уже с мягкими лежаками. А вот у моря их не так много. Ну что, пойдемте воду смотреть здесь. На вид водичка чистая и чистенькая, кстати. Даже медуз не вижу. Ух ты! Надеюсь, здесь пятен нет нефтяных. Но бодрит, освежает. Видите, никто не купается.
потому что еще прохладно. А так вот такая вот прелесть в округе. Там даже вот рыбку, я смотрю, дети высматривают. Здесь, кстати, рыбаки сидят. Вот там мы ходили вчера по набережной. Сидят рыбаки, рыбку ловят. То есть рыба водится, значит, вода. А, вот! Слушайте, вот она. Я не знаю, видно вам или нет. Вот она рыба. Черненькая там. Маленькая черненькая рыбка. Она прям уже возле моих ног. Ну, водичка еще малость, конечно, прохладная. 1 июня. Но искупнуться можно. При большом желании искупнуться можно. А так вот так вот выглядит территория. Здесь пляжи закрыты, вот в санатории. Чужой никто сюда пройти не может. И Оксана довольна идет. Ничего себе, посмотрите, Ленок осмелилась зайти сегодня в воду. Ну как водичка? Свежо. Свежо? Но терпимо. Ну ты молодец, вон еще такой же смельчак, как и ты. Отлично, да? А вот это кипарисовая аллея написано. Видите, такие же кипарисы, как в парке Айвазовского. Я не знаю, сколько, кстати, здесь. Мне даже интересно стало, сколько стоит стандартный номер. Но так как это санаторий, здесь, наверное, может быть, на день, на два не продается. А может, продается. Вот такой вот бассейн здесь крытый. Да нам уже все, выезжать надо. Ну, в общем, бассейн, видите, крытый, не под открытым небом. Так, 15 минут осталось нам до выезда из отеля. Купили сегодня клубничку. 140 рублей за килограмм. Отлично. Так мы и не решились скатиться ни с одной горки. Страшно. А люди, видите, катаются. Знаете, что смотрела самые страшные аттракционы мира? И как там вот мальчик вылетел в сетку, об сетку. В общем, не знаю, боюсь я вот этих всех развлечений. Мы думали, здесь какие-то такие попроще есть горочки. Здесь все горки страшные. Ну как, для нас страшные. Но люди вон с превеликим удовольствием все катаются. Здесь, конечно, преодолеть свой страх. Ну, представляете, там высота какая. А дальше там еще вообще крутые горки. Ну что, пока хорошо, потому что начало сезона, людей, как видите, вообще практически нет. Очень много вот этих вот тюбингов, или как они там называются. Сегодня 1 июня, день защиты детей, поэтому, видите, спасатели одели в специальную форму. А так хоть полюбоваться. Смотрите, здесь тоже какие красивые деревья. О! Все выезжают очень довольные, кстати. Опа! Вот такой вот он аквапарк Атлантида. Ну, а у нас, дорогие друзья, наше путешествие продолжается. Мы сейчас направляемся в Алупку. Хотим подняться на гору Ай-Петри, сходить в Воронцовский дворец, и поэтому мы выбрали отель, называется «Сон у моря», непосредственно рядом с Воронцовским дворцом, там 300 метров пройти. Я думаю, что, может быть, кому-то окажется полезная информация про такси. Здесь есть местная служба такси, называется она «Волна». Вот такой вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот такой вот номер телефона. Так, мы из Атлантиды. И вот, смотрите, я им позвонила сейчас. Тут же они мне выслали смс-очку. До Алупки из Ялты 472 рубля. Частники стоят дороже, намного дороже. Поэтому обратите внимание, если вам понадобится такая услуга, то телефон у вас уже будет. А мы в путь. Мы с тобой сестры, у нас с тобой мысли вообще сходятся одинаковые. Хотела сказать, вот так вот мы по Китаю в этот... Ну, самое главное, вот он, видите, чемоданчик, любимый чемоданчик. И
еще в окончании хочу сказать про вот этот отель, что не очень удобное месторасположение для путешествий. В принципе, здесь центр недалеко, но добираться пешком неудобно. И это вторая береговая линия, то есть пляж нужно проходить через вот соседний санаторий, называется он курортный комплекс Руссия, и вниз туда далеко-далеко вниз к морю. Поэтому это вот так вот чисто приехать в аквапарк. Ну, а у нас такси подъехало, поехали. Поэтому на этом это видео заканчивается, но наше путешествие в Крыму не заканчивается. Обязательно с вами увидимся вновь. Всем желаю, как всегда, добра, удачи, позитива. И до встречи. Пока-пока.